Танцующие и поющие пенсионеры сорвали овации горожан. Участницы проекта «Активное долголетие» на протяжении всего года занимаются спортом, учатся рукоделию и, конечно, общаются. Студенты техникума строительного, они разработали вот эскизный проект для инициативного бюджетирования. Это «Шагов». Вот мы такой проект инициативный будем выдвигать. Вот первая группа студентов, они здесь находятся. Мы ждем они до 1 октября. Да, ждем. Да. Всего в регионе работает 345 ТОСов. Активисты предлагают различные проекты по развитию городов. В агроинженерном университете студенты занимаются проектами по благоустройству Челябинска. Например, молодые люди создали проект модульного сквера. Площадку с масштабным озеленением, скамейками и беседками можно разместить в любом дворе. Стоимость в районе миллиона. Здесь все продумано до мелочей. Периметру отгораживаем от внешних воздействий, транспортного шума, выбросов атмосферных. Вот это все как раз позволяет туи, кустарники. Инициативу презентовали на традиционном городском общественном вернисаже. Различные организации представили свои проекты и рассказали челябинцам, чем они занимаются. Это и объединение по самоуправлению, и творческие коллективы, и спортивные секции. Посещаемость какая? У них достаточно много. У них детей, подростков очень много. И у них еще есть взрослое фехтование тоже. Там вообще взрослые люди ходят. Чтобы разместить площадки для организации, потребовалась почти вся территория парка Гагарина. Посетили экспозиции тысячи челябинцев. Многие пришли с семьями. В этом году отмечаю, что больше молодежи. Раньше были ТОСы, советы ветеранов, там известные лица. А сегодня некоторые вот, вообще незнакомые организации, которые заявились. И даже численность говорит об этом. В этом году общественный вернисаж стал самым масштабным за все годы проведения. Если в 2022 участвовало около 70 организаций, то сейчас поступило 113 заявок. Дмитрий Бочко, Артур Фазлиев, 31 канал.